В России последний год власти агрессивно атакуют основные свободы и в первую очередь именно свободу выражения мнения. Этот год отличается от предыдущего и тем, что власти зашли еще дальше в этом направлении, фактически приравняя свободную дискуссию к враждебной политической активности. Критику правительства, которой нужна и которой важна в предательстве. Сейчас в очень большой степени наступление на свободу выражения мнений сосредоточено именно на тех критиках власти, на тех организациях, активистах, ученых, экспертах, которые позволяют себе критиковать политику России в отношении Украины. Приветствую вас, президент Интерфакс. У нас сегодня в гостях представители Human Rights Watch. Нарушения имеют место с обеих сторон, то есть украинские правительственные силы, несомненно, применяют неизбирательное оружие, в том числе ракетные установки «Град», в результате чего гибнут огромное количество мирного населения, что является нарушением международного права. С другой стороны, ополченцы нарушают законы и обычаи войны тем, что располагают свои военные объекты, это военные базы, это блокпосты, в местах, где проживает мирное население, в густонаселенных районах, в том же Донецке и в других районах Восточной Украины, в результате чего очень много людей гибнет именно вследствие ответного огня. Самые, пожалуй, напряженные моменты, связанные с правами человека в Крыму, это, во-первых, в общем-то, это преследование всех, кто осмеливается открыто критиковать действия России в Крыму. В первую очередь это касается крымских татар и их представительского органа Меджлис. После принятия этого закона, который нельзя сказать, что очень активно применяется, число нападений на ЛГБТ в стране резко возросло. И вот эти нападения со стороны радикальных группировок происходят с вопиющей безнаказанностью. Правоохранительные органы не пытаются их расследовать. Отказывают. Спасибо. Коллеги, мы работаем больше часа. Есть ли вопросы? Спасибо.